Только победа! Только
только Локо, только победа! Еще дочку, дочка сейчас есть маленькая, не спимо, но это жизнь, но все нормально, все, да. Все здоровы, радость, ну да, да. Здоровы. Стас, легенда, ты вот есть. Начали! Десы, браты! Как дела? Нормально. На отдых. Пришел на отдых. День рождения тебя. Спасибо, брат. Спасибо, спасибо. Здорово. Молодой. Пол, Чарли. Не можешь тогда обнять никого. Come on, come on!
обработают. Раз, два. Ручка мела, там! Дай славу ему, хорошо вижу! И сам тренинг. Пробуем залазить, Дима! Дай! Собраней! Господа, пойдемте. Арман! Все равно он не положит. Слушай, я на кого смотрел, о, так и играю. С днем рождения. Понимаете? С днем рождения. Старина, как дела? Нормально. Ты? Я тоже нормально. Что видно сегодня достаточно? 37. Мы, по-моему, очень скучали, очень рады. Теплая обстановка сейчас была. Тоже скучали по нам? Да, конечно. Очень приятно было увидеть всех ребят. И, конечно, посмотреть игру. Всегда рад видеть друзья, и красиво было, да? Счастлив, конечно, что увидел всех. Вы сюда целенаправленно на сегодняшний матч приехали? Или так случайно совпало? Не, уже раньше знал, что Ловко будет играть, когда я буду здесь, и просил, если могу приехать на игру. Все сказали, можно, и вот, и я сюда. Как вам впечатление от игры? По игре хорошая. Получилось так, думаю, игроки хорошую нагрузку провели, просто так красивый гол забили. Это что современный футбол сейчас, что сейчас нужно в современном футболу, пас в глубину, надо бежать, и это Глушенком хорошо сделали. Но самое важное это, чтобы делали, что новый тренер хочет, и чтобы исправили ситуацию, у которой сейчас клуб находится. Как вы считаете, вот то, с чем Локомотив пришел сейчас, почему так произошло, вот на ваш взгляд, как вы думаете? Ну, я думаю, сейчас это не важно говорить о прошлости. Это что было, было. Сейчас все должны думать, как это исправить, как вернуть этот дух победителя, который эта команда всегда имела. И это может только вернуть через победы, и каждая игра, каждая тренировка, надо стремиться к этим победам, и это хороший пример, что сегодня было. Победы всегда поднимают атмосферу команды, и ребята должны так играть постоянно. Товарищеские матчи по-разному всеми воспринимаются. Вот вы как воспринимали товарищеские матчи? Ну вот основная задача. Сейчас, конечно, я не могу сказать, что всю игру посмотрел, да,
потом что общался с ребятами, которые вышли из игры на прерыву, но честно, даже не с тренером не общался, очень много не знаю, что он хотел от этой игры, но я думаю, что он будет очень доволен с этим, что ребята сегодня показали, и всегда, когда ты заканчиваешь сбор, это второй сбор, да, с победой, тренер должен быть счастлив, и думаю, он это есть. Где вы там победа? Я не знаю, если я эту удачу принесу сегодня, конечно, приеду и на следующую игру. Когда? Знаю, что приеду 100% на игру в Москву с Спартаком, это 1-22 февраля, и, конечно, хотел бы пригласить все болельщиков, чтобы пришли на эту игру, поддержать ребятов, и чтобы, конечно, Локо победил. Здесь надолго? Здесь останусь еще неделю со семьей, здесь пришли чуть-чуть отдохнуть, и, конечно, все они очень счастливы, здесь тепло время, и я вот счастлив, что успел посмотреть футбол.